ОРЗ – простудные заболевания и применение гипоксических дыхательных тренировок. А знаете ли вы, что до 25 лет жизни у нас забирают простудные заболевания? Ну, конечно, у всех по-разному. И всего существует свыше 140 вирусов, вызывающих ОРЗ и ОРВИ. Известно, что вирусы попадают в организм воздушно-капельным путем. И пик заболеваний обычно приходится на холодные и влажные времена года. При охлаждении организма кровообращение концентрируется вокруг внутренних органов, нарушается работа носоглотки, страдает защитная и выделительная функция, и микробы легко проникают в организм. Сокращая глубину и частоту дыхания в ходе тренировки, мы уменьшаем количество вирусов, риск заражения и степень заболевания. Дыхательные тренировки нормализуют кровообращение и повышают количество тепла в организме. Мы перестаем мерзнуть, и работа носоглотки восстанавливается и защищает нас от инфекций. А если вирус уже присутствует, то гипоксическая дыхательная тренировка облегчает воспаление, сужает расширенные сосуды, снимает заложенность носа, повышает иммунитет, и болезнь отступает. На фоне дыхательных упражнений выздоровление проходит быстро и без осложнений. Вывод: дыхательные практики предохраняют организм от респираторных инфекций, повышают иммунитет и ускоряют процесс выздоровления.